Чтобы потратить средства материнского капитала, ждать трехлетия ребенка теперь не нужно. С января 2018 вступают в силу изменения законодательства. Выделенные за рождение второго ребенка деньги можно использовать на оплату дошкольного образования. Заявление может быть подано в любое время со дня появления в семье второго или последующего ребенка. Также разрешается использовать материнский капитал и на старшего ребенка, который тоже ходит в детский сад. Подать заявление о распоряжении средствами маткапитала можно не только лично, но и в электронном виде на сайте Пенсионного фонда или через портал госуслуг. Напомним, в этом году размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Организация, которая оказывает эти услуги, она должна находиться на территории Российской Федерации, иметь на это право, да, лицензию, и должен быть заключен с семьей договор на оказание этих услуг, в котором будут описаны сроки, суммы и условия, как, при каких это все оказывается. И можно обращаться за распоряжением средств материнского семейного капитала.